dvhub.ru. Концепция данного проекта заключается в том, что дамба может функционировать не только как гидротехническое сооружение, но также являться современной уютной прогулочной зоной с объектами этнотуристической привлекательности, которая может в дальнейшем стать символом дальневосточного региона. На проектируемой территории можно устраивать этнографические туры, к примеру, тур путешествия по Амуру, предлагающий знакомство с самобытной культурой тунгусово-маньчжурских племен, участие в древних обрядах, дегустацию блюд национальной кухни, в том числе знаменитой амурской кухни, катание на амурских горках. Вот этот проект. dvhub.ru